Грибники, привет! Часто от вас приходится слышать, что грибы, поеденные мышками, белочками, зайчиками, ежиками или же другими зверюшками. А в действительности самый частый пожиратель лесных грибов – это различные виды слизней, так как белки чаще срывают гриб, а если и не срывают, то от них и от рыжих лесных полевок остаются характерные следы зубов. Ёжики с грибом на колючках – это и вовсе народная выдумка, так как ежи грибов не едят. Зайцы, русаки грибов не едят вообще. А зайцы-беляки, которые у нас не живут, то они с удовольствием употребляют всего лишь один вид грибов. Это растущий в земле оленьий трюфель. А следы преступления слизей тоже имеют характерный внешний вид, и чаще всего это такие широкие выеденные ямки, по краям которых под лупой можно разглядеть следы от радулы. Это часть ротового аппарата слизней. Ну и эти негодяи не стесняются оставлять кучки какашек прямо на шляпках гриба. Часто они превращают шляпку гриба в сплошное решето или вовсе полностью ее отгрызают от ножки. Вот так выглядит главный лесной конкурент человека-грибника. На этом все. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки. До новых встреч!